Родиной мандарина считается Китай. В этой стране этот фрукт символизирует финансовое благополучие, поэтому у китайского народа существует традиция дарить мандарины на Новый год. К тому же данный цитрус полюбился странам Индокитая и Восточной Азии, став самой распространенной культурой цитрусовых. А вот среди средиземноморских странах, Европе и Средней Азии мандарин появился только в 19 веке. Польза мандарина известна многим не понаслышке. Тому свидетельствует большое содержание витамина С, который эффективен при лечении простудных заболеваний. Также этот фрукт обладает противоотечным свойством и препятствует выпадению волос. Очищая фрукт, не стоит торопиться выбрасывать кожуру, так как она не менее полезна, чем сама мякоть в фрукте. Из нее изготавливают косметические средства, такие как маски для лица, кремы и эфирные масла. Зачастую на праздничных столах присутствуют блюда, не совсем полезные для здоровья. Но мандарин поможет преодолеть тяжесть желудки. Ведь этот диетический продукт способствует эффективному пищеварению. Но, обладая столькими преимуществами, злоупотреблять цитрусом не стоит, так как он может вызвать аллергическую реакцию. Также нежелательно его употреблять тем, кто страдает язвой желудка, болезнью почек и гастритом. Охотно покупая этот фрукт, тщательно осмотрите его, чтобы не столкнуться с испорченным продуктом. В первую очередь обратите внимание на аромат цитруса. Он должен присутствовать и быть насыщенным. Затем осмотрите фрукт на отсутствие дефектов. И напоследок у качественного и спелого мандарина кожура очищается с легкостью. После покупки цитруса, как и другие фрукты, его необходимо хранить в прохладном помещении. Но ни в коем случае не держите мандарин в полиэтиленовых пакетах, иначе он быстро испортится. Придерживаясь этих небольших рекомендаций, мандарин прекрасно украсит ваш праздничный стол.